И всем большой привет, с вами Гантрус, мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Да, игрушка до сих пор меня поражает всем, то есть сюжет, вот это все прочее, ну вы поняли. И графика довольно приятная, так что продолжаем играть. На самом деле, мне игра честно заходит очень сильно, потому что я такой, блин, офигенная игрушка, why not? Потому что Android игры довольно, в частности, интересные. Как и ПК-игры, естественно, там... Ну, вы сами знаете. Тем более, поснимать мне нечего, потому что все равно выпускать эти мини вот эти серии про сезон наш. Ой, то есть какой сезон? Сериал, короче. Я такой, блин, нафиг мне это надо выпускать? Все равно никто не смотрит. Так что я решил, why not? Ага. А, вот так вот, окей. Уф, вот это, кстати, плохо, реально. Вот это реально нотбэт, кстати. Нотбэт, реально. Хоть это и обучение, но оно довольно интересное всегда. Блин, слушайте, нотбэт, 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 нотбэт. Нотбэт, 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 нотбэт. Так, берем чака нашего и вот сюда запуливаем. Да. Изи. Просто тупо. С первого раза. Блин, свинья одна осталась, черт. Блин, ты свинья, ты чё? Слышь, не, как бы так не договаривались. Ой. Ну ладно. Помен птиц, вау, офигеть. Ну это не три звезды, да? Нет, это три звезды, окей, хорошо. На самом деле, неплохо, но плохо, неплохо. Not bad, not bad. Игра мне очень честно заходит. 12 уровень. Разблокируем заклинание метель. Окей, давай взглянем. И через 3 уровня у нас уже будет босс свин, король свин. И это просто класс. Уже вторая серия, мы уже на третьего босса будем проходить. Классненько. Давай быстрее грузись. Окей, we are here. Посмотрим, ну-ка. Ну-ка, метель. Лол, мне не пришлось ничего делать, кстати. Ты чё, блин, свинья? Ты смотри, какая наглая свинья, блин. Не, увидели вообще, какая наглость? Оо. Да ты чё? Ну, тут чак, пальбас. И... Бам. Блин, извиняюсь, то, что лагает очень сильно. Блюстакс просто уже подлагивает немного. Так, и... Ну, давай, свинья, глупая. Вздыхай, тварь. Давай. Падай, тварь. Давай. Отлично, ускоряем. Страйк. Так. И три звезды. Вполне неплохо, not bad. Я думаю, что будет две. Хотя это невозможно на начальных уровнях. Чё я говорю, блин? Так. Так, ребятки, извиняюсь еще раз за склику, потому что у меня опять игра вылетела, то есть звук опять пропадает, потому что это бесит. Реально бесит. Я не знаю, почему так, я не знаю, может Angry Birds вообще лагает, я не знаю, потому что и звук пропадает. Или BlueStacks меня троллит, я не знаю, короче. Попробую разобраться сегодня на днях. Чудо как, почему так происходит, и просто настрою BlueStacks нормально, чтобы все было плавненько, потому что, ну, ребята, главное качество видео, естественно. Так, выбери заклинание, забавь про заклинание, да, давай лед, пожалуй, потому что лед пока что будет оптимальным решением, потому что он самый, наверное, мне его меньше всего, ой, то есть больше всего, так, и, так, давай-ка вот сюдашеньки сбегаем. Пулемка и бамс. Это что за троллинг, алё? Ну-ка. Не упадет. Эх, блинский. Вот просто такой думаешь, такой, блин, она упадет или нет? Ладно, не упадет. Вот сейчас упадет, окей. Только со второго раза. И свинья такая, уи.
Так, свинья, алло. Свин, ты чё? Блин, давайте, ребят, заново, потому что, ну, блин, это отстой. Реально отстой полнейший, потому что, ну, блин, я потратил столько птичек, блин, они даже не сдохли. Так что придется использовать заклинание, why not, why not. Да, какой-то отстой, реально отстой. Да. Чё, как вообще, ребятки, дела? У меня все прекрасно. Отлично, записывать видео ночью. Это так классно, супер, просто вообще класс. Так, короче, угу, мы здесь. Так, немножко микрофон поправлю. Так, так. О, в смысле? А прикиньте, оно используется даже когда я не прошел уровень. Чё за троллинг? Блин, ребят, какой-то отстой. Ну, они сейчас сами упадут, полюбас. Ну, смотрите, чекать, они сейчас сами упадут. Они такие... Ну, неудивительно. Ну, неудивительно, это же, блин, стекло, оно быстро ломается. Хорошо, хорошо, not bad, not bad. Неплохо, реально, неплохо, неплохо. Так, угу, тут нас уже уже будет посложнее, но я уже придумал, что будем делать. Это вот сюдашеньки запульнем-ка. Так, вот сюда запульнем и... Так. Ну, конечно, естественно, все пойдет не по плану. Ладно, не сработал план мой. Окей. Окей. Так, отлично, отлично. Как раз сработало немножечко. Так, и еще одну попыточку. Ну-ка. Вот, отлично уже. Все, супер, отлично, прекрасно ускоряем. И да, все отлично у нас. И 3 звезды, неплохо. Нифига себе, 700 тысяч практически. Нифига себе, вот это да. Неплохо, реально неплохо. Так, еще 2 уровня и тупо босс будет одолен. Король свиней. Отдай нам яйца, тварь. Реально, мне прям жалко птичек. Блин, они выращивали эти гребаные яйца, а свиньи такие... Время отдавать? Типа, ну это наше. Я такой, в смысле они ваши, ё-моё? Это наши яйца, ё-моё. Да. Иногда мне странно кажется, с чего вообще все это началось. Зачем король свиней понадобилось? Хотя многие осуждают по поводу его характера, типа он отбитый, глупенький, типа он... Не знаю, короче. Не забываю про заклинания. Хорошо. Давайте утку. Так, тут у нас ред, наверное. Такс, и чё? Только не говори, что ты еще выживешь, ага. Такс, окей, отлично. Отлично, у нас снова ред в команде. Хорошо, давай ускоряемся. Так, страйк, неплохо. Ого, угу. Тут уже будет посложнее, хотя... Так, дайте сообразить-ка... А давайте не соображать. Вот так вот. Так, вот так вот для начала сделаем. Будет нормально. Так, и давай-ка Реда запульнем. Чё за троллинг? Просто дикий троллинг от игры. Ладно, слава богу, у нас чак появился. Так, ладно, 3 звезды и изичные просто. 100 тысяч опять, в принципе, очки тут реально огромные. 600 тысяч, 700 тысяч, бывает по 400. И босс, босс еще 3. И у нас будет еще новый уровень. New Sphinx, Свинск. Но это уже будет в следующей серии, после того, как мы сейчас одолеем этого босса. О нет, птицы уже здесь.
Прикинь, чувак, отдавать надо скоро яйца. Он такой: не-не-не, слушай, мои яйца, не ваши. Я такой: в смысле? Ну, такие приколы. А, такие, ха, найс прикол, братишка. Хорошо, хорошо, у нас еще есть в запасе несколько птиц. О, хо-хо-хо, вот это я, да, слышал про это. О, блин, свин, глупый свин. Так, его мы тоже сохраняем, ну, потому что мне нужно. Так, и давай, иди отсюда, глупый свин. О, нет. О, нет. Без короны осталось. Хорошо. Так, и... Оп. Отлично. Просто супер. Вау. Ой, фу, иди отсюда, блин. Глупая свинья. И... Слушайте, неплохо, реально неплохо. Победа птиц. Слушайте, неплохо. Опа. Ну-ка, давай вот это. 1000, нифига себе. Вот это прям супер. У нас чак еще. Вау. Просто. Это что за троллинги, я не понимаю. То шеф опять, то, блин, этот свин с усами, то, блин, король свиней, то опять шеф. Вы чё, блин, народ, сговорились? Блин, да что это за прикол, пацаны? Блин, 22 уровень, ребята, это, блин, слушайте. На уровень, ей, птицы у нас улучшены. Отлично, New Sphinx. Ну это же, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Гантриус. Спасибо, что посмотрели данный ролик, еще раз говорю, мне очень приятно. Так что всем удачи, всем пока-пока-пока.